Итак, в общем, как я и обещал, покажу сейчас, вот кемпинг-парк отдельно, да, чтобы, если вы никогда не были, да, там на Киевском море, знали, как он выглядит, потому что я не был, и мне было просто интересно, я поехал посмотреть, вот, в принципе. Подходим. Заехать здесь можно в целом, но, скажем так, в этот кемпинг порыбачить вы не сможете. Вот именно что здесь кемпинг, это здесь как бы стать и там шашлыки пожарить там с палаткой, с природой. Но, ребята, ловить здесь нельзя, сами видите почему. Ой, там собачка. Так, мы ненадолго. Вот, тут птички. В принципе, запах здесь стоит, ну просто не... Как бы таким дышать, сутки надышишься, потом отойти нельзя от этого запаха. Вот. Вот там туда дальше лесочек. Вот там вот как раз кемпинг тоже. Этот кемпинг-парк, потому что это я до него чуть-чуть не доехал. Здесь вроде бы как такая пляжная зона. Вот там дальше кемпинг-парк. Но там тоже, ребят, я вам так скажу, мне, честно говоря, не понравилось. Да-да-да. Мне не понравилось. Давай уходим. Что с собачкой? Оно того не стоит, так далеко ехать. Того оно не стоит. Про рыбалку. То есть ловить здесь вообще нет смысла приезжать на рыбалку. Там, где я был в Нептуна. Да? Фу. В общем, поймал, да, вы видели, там 4 килограмма. Ну, это карась, и, скажем так, в принципе, там можно поехать разочек отдохнуть. Вот, вот там удобно. Не знаю, там фотографии разных, там карпов больших. Это для карпятников, которые там раз-два часа перезабрасывают на корабликах, на 200 метров завозят. Кормят там по 20 килограмм прикормки в час. Вот, может там вот эту вот рыбу и есть смысл, такую... поросят ловить, ну, вряд ли они там есть, мне так кажется. А так, конечно, платить там не за что, потому что такая же природа есть, именно бесплатно можно найти такие места. В общем, пока что мой топ — это Десна, не знаю. Вот там не воняет, по крайней мере, рыба там есть, тоже можно хороший день отловиться. Так что вот так вот. Вот, в принципе, что хотел вам показать, как вот это выглядит. Вот. Потому что находится далеко, и казалось бы, хочется поехать, да, там уехать на природу. Вот. Ну и вот Киевское море. Все. Но оказывается, здесь такая природа. Но того не стоит, чтобы так далеко ради нее ехать. Все, на этом такой вот отзыв. Дальше решайте сами.